период пандемии Китай, он раньше других вот восстановил свой экспорт, уже начал его наращивать в те страны, которые испытывали дефицит каких-то товаров или полуфабрикатов, компонентов, запчастей. Первый там начал демонстрировать высокие темпы роста экспорта, вроде бы там в 2021 году рост, темп роста экспорта 20 или 30%. Это очень, очень большая величина в условиях сегодняшних темпов роста вообще международной торговли на уровне 2-4%, чего мне не наблюдалось там лет 30-40. Глобальное доверие инвесторов к Китаю тоже сегодня возросло по всем показателям. То есть Китай демонстрирует такую серьезную внешнеэкономическую активность. И не следует вот так связывать вот эту отмену ковидных ограничений с какими-то прям значительными изменениями, а кроме, пожалуй, роста внутреннего потребления. То есть отмена...